дорогие друзья. Здорово, дорогие. Что это за Куплиновская шутка? Нет, давай, это, короче, с вами Майло был, с вами Майло есть, с вами Майло будет по жизни. Постоянно. Кто вы по жизни? Всем привет, с вами Майло и Варан, и мы продолжаем играть Broforce, пиксельную игру в 3D. И мы отправляемся на 9-ю миссию, у нас здесь какие-то... Кстати, там почему-то снег, а мы туда ни разу не поедем, наверное. Не поедем. Только поезд туда не едет. Поезд в Пузан. Вот мы в Россиюшке, а я с хлыстом. А ты черный. Я нет. И ракеты. Знаешь, вот из-за твоего вот этого. Ну давай. Твой рогалик действует как пила. Ага. По красоте зашли. Ну да. Ты сейчас опять вот лезешь на жопу и помрешь. Нормально, ничего. Я свой рогалик потерял. А что-то звука-то вообще у нас нет. Он в игру-то пишется хоть. Да. Че ты пиздану, че ты? Думает, че? Далеко. Не, нормально. Нормально. Go-go-go! Первый плеер ушел в подполье. Второй плеер хочет уничтожить первого плеера. Да-да-да. Он так и делает. Что ты делаешь? Знаешь, чаще всего мы умираем... Американский флаг. Да, мы... Какая непатриотичная игра! Ты не узнаешь, кто мы, я какой-то... Вообще не узнаю тебя. Я команда, а он горец. Ты команда, а он хрень. Я команда. А ты команда. Из одного, да. И команда из одного человека. У тебя раздвоение личности, как в фильме «Стекло». Куда что стекло? У кого стекло? Куда стекло? О, я женщина. Когда увидел гранату под ногами, я женщина, тебя потекло. Смотри, я женщина на гастрел. Женщина на костре? Да. Жанна Дарк? Ты команда Жанны Дарк. Смотри, я умею стрелять ногой. Охуенно, блядь, взорвалась. Неплохо. Это из этого... Это ты вчера просто что-то съел. Это из этого, из фильма... Как она, блядь? Планета страха. Планета страха. Планета траха. Ужасная планета. Почему я не долетаю? Плохая система подъема. Почему я не долетаю? Я не долетаю доверху. Бомбовый лифт. Нормально, как ты так забрался вообще? Ой, я летаю, я рай. Бабы. Там торпеда носит. А ты все уже отыгрался, что ли? Я умер, он меня умер. Подставил. Да ты вообще мало. Я тебя подставил. Пока ты бегал в начале, я умер уже. Да. Потому что я не увидел, что там. Оп-оп-оп. Слышь, команда мастурбатор. А, у тебя курить есть? Мало. Пошли студию писать. Вова. А, чего? Давай, попадайся к нам сюда. Эфир. Это Володька, алкоголик. Смотри, с нами. Сделай звук чуть-чуть погромче, пока меня не убили. У этого персонажа есть волшебная вообще способность. Он нажимаешь кнопку, и он начинает делать так. Рита! Это как она? Кроме звуковой раздражительности. Каменное сердце или как? На врагов. Он как? Опа. Меч кидает свой, блядь. Ой, неплохо. Я хочу фарш. А я меч про... за стены только твой игрок может? Нет, любые. Да? Только вот мне интересно, откуда здесь у Робокопа нож вообще? Извини, как его зовут? У второго игрока нет, короче, способности. Нет, он... У него либо есть способность, у него есть способности в руках. У него волшебная способность — это подставлять меня, чтобы я умирал, и потом говорить, что ты постоянно умираешь. И не попадать по клавишам. Все, живи, Ума Турман. О, нормально. А, я понял, у него главная способность — поднимать американский флаг. Это холодная война.
там собаки друг друга едят. О, вертолет. О, спасибо, братан. Я полетел. Все, вертолет спасает. Что это происходит? Это мясо, вообще мясо. То есть здесь собраны персонажи боевиков 80-х, 90-х. Ладинг. Ничего вот. Вас выбросили. Нео из газельки. Нео из матрицы. Но мы приехали тут на погрузку, знаешь. А вот кто я не знаю, я не видел этот фильм. Нео из матрицы. А что он ходит тогда? Он же летать умеет. А вот. Ты смотри, маленечко что-то есть. А время останавливать можно? Время останавливать умеет другой персонаж из фильма. Как это? Патруль времени вроде? А Нео умеет... Доктор Стрэндж? Нео умеет пули отражать. А Доктор Стрэндж есть здесь? Нет. Доктор Стрэндж-то он... Ой, это этих... что за волна была? Из новых, из Марвелских. Мачете. Ладно, это все прекрасно. Я желаю вам удачной игры. Спасибо. Всем, кто смотрит, удачного просмотра. Мне было приятно. Нам тоже. Надеюсь, вам тоже. Заходи. Я тут пойду, Ислам. Это ты? В моих снов. Шайба. Я не буду менять, мне нравится. Я дред. Дай сишку. Сишку дай. Ты не писать, ты готов на? Сишку дай, Энна. Они у меня в куртке, пойду курить, я тебя позову. Ты готов? Ты не позовешь, ты врешь. Ты готов? Ты матрешь. Дай сигу, блин. Ты готов? Что происходит? Я не знаю, но мы куда-то почему-то идем, и мы не умерли. Почему, когда мы играем сосредоточенно, мы мрем, а здесь мы просто рашим? Я живой. Зачем ты умер? О, бешеная сука. О, бешеный ублюдок. Почему мы опять из-за тебя умерли? Это да, человек. Че, да, мы живы, мы где, да, мы где, живы. Мы кто? Я красный. Ты нет. Вообще неудобно это вот. Вообще, блядь. Эти гранатометы, ебаные. Кулачищем своим. Но а я... по-моему, нунчаками бьет. А, ну да, нунчаки. По красоте хочешь? Ага. Еще улетел нахуй. Все-таки Брюс Ли должно быть красиво. По красоте. О, Рейден, блядь. Хищник. Собака! Был пацан и нет пацана. Нихера себе. Я убежал. Был пацан и нет пацана. Ну я немножко не так хотел, ну да ладно. Пойдешь мочить? А. Охуеть, в полете они могут, нахуй. Так что не прыгай на них. Окей. Ага. А, вон как они больше становятся. Ну толку-то, то ты его не убил, да? Вот. Попасть не попаду, но убить убью. Причем как убил-то? Неси мужика. Деда. О, щит. Всех на четверых просто. Жалко. Хищника потерять жалко было. Причем одновременно так, блин. Рюмка. А так красиво начинали, а.
четко. Не-не-не. И хранять можно. Стой, стой, я хочу красиво. А, вот. Ну, я немножко... Ты его загнал куда-то. Я немножко не то хотел, ну да ладно. Спасибо. Подожди, это не я. Угу. Серьезно, не я. Твои ракеты, кстати, убивают своих, если ты не знал. Да? Да. Ох, щит. Стрельни я. Сейчас сломаем. Все. Так, сейчас надо вот тут, вот того вот Алёшу победить. А, ну, можно. Какую? Ага. Ну, я победил, но я ценой своей жизни. Ничего, сейчас спасу. Бомбито. Ты чуть-чуть мимочки. Да. Чуть-чуть. Распидорасился. Чуть-чуть маленько. Так вон потуда залезь, да и все. Чем ты карабкаешься? Что за кусок мыла? Скорее, блядь, раскидал везде все. Убежал. Аккуратно. Это аккуратно, файшоу, бичес. Ой, я этот. Снейк Плискин. Это ты куда? Оооо. Чё-то мне сдается, что это полная жопа. Чё-то там какой-то босс. Да? И я как-то умер. Чё вообще было? Чё-то было. Залазь на него. А? Ты пытался. Я залез. Да залез. Просто пока нам эту заставку показывали с этим валенком. А, надо сейчас бежать, я помню. По нашей тактике. У нас же тактика всегда бежать. Помнишь по нашей тактике? И как часто наша тактика работает? Оу, щит. Видимо, в этот раз твоя тактика... Не это. Так, ладно, надо тебя спасти. Мы ж не будем торопиться, пойдем потихоньку. Да наш можно так. Попробуем. Я бы тебя воскресил, да не есть что. Ладно. И неким. И неким. Ладно, не будем торопиться. Универсален солдатен. Как ты любишь не торопиться. Я не торопился. Я смаковал. Над тобой пила. И под тобой пила. Мы же все равно доберемся до него. А так мы хоть получим пила. Удовольствие. Где она только не пила? Где? Ну, видишь, вот мы поднимаемся, и он поднимается. Тут придется нам фактуха. Я поменяю перса, потому что в данных обстоятельствах он не очень удобный. Да спустись ты в рот тебе надо. Давай быстрее пока. Тут я пули не могу отбивать. Я тоже с мячом. Не очки-то. И куки-то, какие-то, куки-то. Ракито. Вау, сортухи, сортухи. Пилито, что происходит? Я живой, давай ко мне. Что происходит? Давай ко мне, брат. Я бы пошел, но не хочу. Там два динамита. А сзади тебя... Меня спасито. Я думал, это ты. Де спасито. Нет. Будешь мне? Ну, мне безумно кто-то нравится. Бери. Лишняя жизнь не помешает в данных-то обстоятельствах. А то там ракита.
Да какого хера, Ракита? Давай, я в тебя верю, брат. Хоть кто-то. Все что ли? Это так просто? Ядрёна Матриона, а, ну что такое? Все было изи, 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 как наш вертик. Десяток. Саламон. Салам алейкум, анон. Банан. Банан. Салам банан. Салам банан пополам. Наш грузовик в говне. А он что, задом едешь, что ли? Да, всю дорогу. Солдатушки, бравы ребятушки. Да классно переделать персонажа, когда на тебя... Собака, собака! А, я живой. Ну так ты же дополнительную жизнь. Как удобно. Вообще я хотел в него так-то стрелять. Ну да. Ладно. На него не очень удобно вниз. Да. О, судья Дред. Вот это другое дело. Снес просто. Я не хотел. Я не хотел становиться Брюсом Ли. И чё я сейчас танк в рукопашную буду долбить? Во-во-во, нет. Все, нету танка, брат. Спасибо. Зато там есть пушки. И летающие собаки. Не будешь менять? Брофорс, брофорс. Ух. Бум, бич, get out of way, бич, get out of way. Ну, я так понимаю, тебя надо спасти. О, я от тебя буду держаться подальше. Безумная сука. И бочка меня убила. Да? Ну. Ты так можешь бесконечно. Я знаю. Я просто думал, что делать. Пока. А! Прощай. Они сами себя уничтожат. Ну да. Деда. Брата порвало и деда. Пока я спасался. Один спасается, второй нет. Я Нео. А я все порешал уже. Хрен ты мои пули мне назад отправляешь. Меня, если хочешь. Не-не-не. Не будешь. Поугарать хочешь? Ну. Не, ну так, по-моему, прикольно. Ну да. Безумный ублюдок за мной бежал. Некоторые взрываются, хер пойми от чего вообще. На шашлычник. Шашлындос, шашлындос. О, сколько там ребят. Ломай землю, чё ты. Поджарил. Нет. Я тебя спас. Ты хочешь оттуда? Оттуда. Сонова.
Что-то ты как-то опасно надо мной стоишь, я маленько как-то очково ловлю. После тебя идти по это по некрополю, знаешь ли, то еще. Ой, я уже сломал. Мы так долго будем идти. Я могу пока вот так вот поделать. Че, будем спасать? Ну давай. Я пока там порешаю. Я думаю, вряд ли ты его в роботе спасешь. Робот в роботе. Подожди, дай эпичный. Нет, я умер. Спасайся. Ну ладно, окей. Леон там все разрулит. Пью-п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 ью. Торпедоносец. Я. Я взрываю. Давай. О, нет. Я побухаю. Да вот у него неудобная стрельба вообще. Че ты сделал? Выкинул труп просто. А. Ну, знаешь, местами удобно. Пол карты расхерачили просто. О! Здорово! Лови! Я его убил. Ты старался. Да, ну у меня получилось. Радостный такой. Может, ты меня спасешь сначала? Так для, знаешь, для безопасности. Ага, ага. Вес, отсюда. Джеймс Бонд, тот еще Джеймс Бонд. Собака, собака, собака. Будешь менять? Чекпоинт. Что-то ночь, что ли? Mm-hmm. Собака, собака, собака. Ракеты? Ну ладно, кто-то безопасный. Уже нет. О, ребят. Там... Та-дам! Она кричит ему, помоги, но у него собаки. Ни одной нет руки. Я умер. Меня этот песер убил. Да? Угу. Откуда вот столько ребят? Ну как он убил? Я просто стрельнул, и у него же ракеты нахуй, и все. Отлетел просто в никуда. Расхреначил опять. Конан неплох на самом деле. Пока могучий Конан. Да, давай. Она кричит ему, помоги. Я не удержался. Но вообще получилось все довольно медленько. Иди отсюда. В смысле? Иди отсюда. Кулаком. По куда-то. О, куда толка летает. Так. Ну что, лети сюда. Угу.
Ага. Угу. Так, ну давай стреляй еще разок. Да, это было красиво. Угу. Не попал. Не долетает. Да хуйня все. Да бля. Да беги просто, успеешь. Угу, еще ближе давай. Ой, я внизу. Здорово. Твою мать! Сука, как так? Как так? У, удача. Опять чуть не умер. Я умер. Как? Не знаю. Едри твою налево. Джон Маклейн на охоте. А у меня так не получилось. У меня тут лифт открыт, пожалуйста, заезжайте. Я тоже хотел убить чистую пипу. Собаки тебя убивают. Это... Смотри. Меня собаки убивают? Я ракеты хуярю, а ты ломай эту залупу, короче. Давай ракеты убиваем. А ты иди, блин, ломай. Да не мужиков ты. Меня сломали. Меня дырка убила. Перебор. Он слишком быстрый, этот нига. Йоу, зап, нига. О, уже темно, уже я один. Рита! Ты видишь, что со мной произошло? Меня намотало там. Я вверх полетел. Почему-то она интересна, вот местами она летит вверх очень хорошо. Ты что, уже зачистил все? Да. Липхен. Подожди, стой. Отходи. А, нет, тебя не трогают. Ну, по крайней мере, я тебя зачистил. Ну, да. Оу. Ты забыл, что ты умеешь бить только рукой? Да. Они сейчас тревогу поднимут. А, ты умер уже? Да. Чё тебе беспокоиться насчет тревоги? Да с мечом таковое я сделал. А когда я умер? Как? Круто промеж ко мне и стоит. Вот ты. А как я умер? Я вижу, что я умер, но как? Думаю, они к тебе не пойдут. Класс. Охуенно, блин. Два безумных ублюдка. Остановись. Капец, там кровавый душ просто. Давай, аккуратно, из нас никто не может. Ну, хоть один из нас выжил. Этот говнюк прям ко мне чесал. Суицидные планы. Угу. Они умирают, когда таранят. С этим мужиком надо быть аккуратнее. Вот тут вот мне
Да, да, вот тут я тогда и умер. Так, я кто? Я братья? Я братья. Он когда падает, умирает, он взрывается. Да, ты не знал? Нет, теперь знаю. Деда убили. Дед, он бегает. Помним, любим, скорбим. Он там просто бегает. Чё он там смотрит? Тебя ищет. Здорово. Они тебя ждут. Здорово. А чё вторую руку не поднимает? Давай мы чё, ребята. Бум. Бум. Охуенно. Давай еще последний умри. Придурок. Да иди уже. Нельзя просто так. Ну ты лох. Твою мать. Столько шел, блядь, просто в тишине, нахуй. Я был сосредоточен. Хуёво сосредоточен. Собаки меня убивают весь вообще. Я маньяк. Ты маньяк, ты на меня посмотри. Это как копать. Давай, давай, давай. Черт, черный диггер. Фонтан крови. Ты там откуда взялся? Ты умер, что ли? Да. Зачем? Ну, потому что. За что жиль это боль. Опасные моменты. Да, очень. Здорово. Он не умер. Я вижу. Файер-шоу, давай устраиваем. Бум! Сейчас будет. Так, давай там... кирпич, чтоб... О, тут уже не надо туда. Сейчас бы большой кирпич. Я, пожалуй, поверху пойду. Да. У меня самонаводящие все пылят. Такое ощущение, что у них самонаводящие все пылят. Так, что там есть? Наверх надо идти. Здорово! А ты там ведешь. А тебе пусти ракету, да и все. Че ты паришься? Че ты паришься? Видишь, они у них истерика наступает. У тебя еще две. Пропустил через мясорубочку. Я не буду спасать, но надо. Опасно. Да там еще бочки прямо у выхода стоят. Я там был, пиздец. Ой, я бэт. Че это было? Куда ты полетел? Брюс Уэйн, блин. Я всех убил, там обошел. Враги были. Я сзади их обошел. Ну ты чак, пидор.
Ладно, ладно, я тебе это припомню. Ты живой, я все умер, успокойся. Мертвую собаку убивает. Ну это было красиво, признай. Куда ты пошел? Я вот сюда. Там над тобой Алёшка. Потому что есть Алёшка у тебя. Да. Я так понимаю, ты умер, да? Да. И ты где-то там внизу, тебя надо спасти, да? Я там был, мед пиво пил, вот там вот я лежу. Цой жив. Охренеть, Теробот. Звучит как название лекарства. Теробот. Чё? Да это хрень как одна. Надо, блин, какого-нибудь мечника сюда. Мечники вообще главари мучества. Нахуя я себе мост разрушу? Бум. Меняй. Еще лучше. Ну лучше. Все-таки, честно говоря, так-то. Шмальну ту бочку. А, она полетит в другую сторону, да? Ага. Нет, надо слышать. Оп. И ничего. Минус один. Стой. Ау. Спасибо. Ты умер, что ли? Ты меня убил. Да как я тебя убил? Да бочку взорвало, она в меня летела, я там стоял. Можно и так. Бью. У тебя обязательно все бочки взрывать? Ну то весело. Они расчищают дорогу. Открывают новые пути. Убивают тебя. Новые горизонты. Ну и этот. Что? Что? Охренеть, там еще этот дрищ. Этот кулин летит тут. Куда он? А там не было карты. Да? Нет, я понял, что там не было. О, беспонтовыш. Еще один. Прибухнем. Да, блядь, никогда не возьму. Я тут пол карты раскрою. Молодец. Меня пилой убило. Хочу сейчас пойдет. Меня, может, спасешь, нет? Нахрени. Вот где охренеть. Так, ладно. О, как нам повезло, смотри. И меня придавило. А меня тоже, по-моему. Я внизу под ним прямо. Я вот так тоже мимо. Мимо хода. За секунду просто. Мимо летом. Ты там как-то заныкался мечом, я, блядь, сверху летаю, а он взрывает, я еще кверху подлетаю. Я под ним прямо стоял. Ну, наверное, будем на этом серию заканчивать. Да, давай, будем заканчивать. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и помните... Будьте добрее.
Даже если у вас кредит. Даже, да, будьте добры, если у вас даже ипотека и 8-800-555-3535. Всем пока. We'll be right back.